Красноярском крае увеличили размер материнского капитала. С ноября он составляет чуть больше 125 тысяч рублей, говорят в Министерстве социальной политики. До этого мамочкам за рождение третьего и последующих детей выплачивали на 7750 рублей меньше. Напомню, закон о краевом семейном капитале действует всего 5 лет. За это время его получили более 27 тысяч многодетных семей. У них есть несколько вариантов, куда потратить эти деньги. Но в министерстве говорят, сейчас средствами распоряжаются в основном так. Они уходят либо на улучшение жилищных условий, либо на получение один раз в год 12 тысяч рублей.